Серьезное внимание следует уделить подготовке специалистов в области энергосберегающих и энергоэффективных технологий. Об этом на брифинге службы центральных коммуникаций заявил доктор технических наук Асхат Тлеуов. Он обратил особое внимание на задачи, которые поставил президент в своем послании Нурлыжоу. В рамках программы индустриализации определены 10 вузов, на формирование материально-технической базы которых направят до 10 миллиардов тенге в течение 3 лет. На их базе будет обеспечиваться связь науки с отраслями экономики и подготовка кадров. Для успешного выполнения подготовки высококвалифицированных кадров, вот как показывает мировой опыт, необходимо планомерно приступить к постепенному переходу ведущих университетов, и вот в первую очередь вот этой десятки университетов нашей страны, они озвучены, эти университеты, постепенному переходу их к академической и управленческой автономии, создать эффективную систему поддержки студентов, переход на гарантированное государством получение молодыми людьми технического образования.